Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Рубз, и сегодня я для вас приготовил самый сложный в мире тест. Это тест по Бравл Старс 2021 на 100 вопросов. Это просто жесть, друзья. 100 вопросов, я не знаю, насколько они сложные, но мы сегодня вместе с вами на все вопросы постараемся ответить. И у меня к вам есть предложение. Давайте вы будете отвечать вместе со мной на все вопросы, и если я где-то ошибусь, вы напишите мне в комментарии. И еще, друзья, хочу вас попросить, давайте на этом видео соберем 50 тысяч лайков. Сможете? Я знаю, что сможете. Ну и, конечно, не забудьте подписаться. Ну и самая большая просьба к вам, не поленитесь, зайдите в магазин и введите код автора Робзи. А теперь погнали. Итак, друзья, автор этого теста нам пишет, чтобы ответить на все вопросы, нужно знать все тонкости шутера и его механики. Даже профи испытают трудности при прохождение. Друзья, мы с вами настоящие профи, поэтому погнали проходить. Тест по Бравл Старс 2021. Итак, сколько типов редкости в игре? Обычный — это у нас путь к славе, редкий, сверхредкий, эпик, мифик, лего, хромик и, да, еще начальный, это получается 8. Шелли, ребят, если вы посмотрите, то Шелли — это отдельный тип редкости, это начальный бравлер, поэтому 8. У какого бравлера пластырь на лице? Это просто. Это максимально просто, Шелли. Как называется ульта Спраута? Если мне не изменяет память, это у нас преграда. Не стена и не препятствие ни в коем случае. Какой бравлер при активации звездной силы становится самым быстрым бойцом арены? Ну, ребят... Это однозначно Макс, естественно. Кто начальный персонаж в игре? Вот это сложный вопрос. Как же я смогу на такое ответить? Ну, я думаю, что здесь все ответят правильно. Это Шелли. Сколько легендарных браулеров в игре? Ребят, конечно же, 5. Последний — это была Амбер. Вопрос номер 7. Какое количество бустов падает с робота в режиме столкновения? Это просто 3 бустика, я думаю, что все знают. У какого бравлера пояс с черепом? А вот здесь начинается интересно. У мистера Пи точно нету. У Кольта, я насколько знаю, тоже нет. У него все со звездами, потому что, я думаю, шериф, там ковбой. Естественно, это у Була, ребят. Какого бравлера на спине рюкзак с мордой щенка? Джесси, естественно. У нее такая маленькая висюлечка есть на рюкзаке. Конечно же, Джесси. Какой бравлер не может двигаться во время атаки? А Пайпер может. Мортис, он двигается атакой. Конечно же, ребят, Фрэнк. 10 вопросов. И почему-то я уверен, что на все эти вопросы я ответил правильно. Погнали дальше. 11 вопрос. У какого метателя больше всего радиус действия? Динамайк, 8 бит или Барлей? 8 бит метатель? С каких это... С каких это пор? Ладно, Динамайк или Барлей? Я думаю, что Барлей. Хотя нет, я уверен, что Барлей. Поэтому, ребят, у меня на канале есть разные тесты. Какой бравлер в банде Карла и Динамайка? Так, подожди. Динамайк, Карл — это шахтеры, Джеки, Френ... Ага, конечно же, Джеки. У кого есть каски, ребята, Джеки в касочке у нас. У какого бравлера есть скин рок-звезда? Бул, Кольт, Вольт. Ребят, ну, Кольт, рок-звезда, естественно, есть у Кольта. Сколько роботов в игре? А вот это вот интересно. А как же их посчитать? 5, 8, 12. Вот это вопрос, как? Как это посчитать? Так, подождите, давайте. Рика, Барли, Нани, Спраут. Это уже 4. Кто там еще дальше? Боже, Вольт. Это уже 5. Но это не все. Я уверен, что там дальше еще. Кто? Кто, ребята, напишите, какие еще есть роботы? Я уверен, что их больше 5. Поэтому... Подожди, Динамайк, Карл. Карл — это не робот. Я думаю, что 8, ребят. Я думаю, что 8. Не буду я высчитывать, потому что это просто жесть. У какого мифика есть лопата? Ну, ребят, ну это Мортис, серьезно. Мотивацию! Серьезно? Что нужно собирать в столкновении? Интересно, а что же нужно собирать? Конечно же, усилители, ребят. Это только 16-й вопрос. Чья звездная сила — огненные шары? Барли, Амбер, Пенни. Я думаю, что, наверное, Пенни все-таки вот эти поджоги. Я думаю, что Пенни, друзья. Если что, меня исправьте. Какая скорость перезарядки у Бия? Если я не ошибаюсь, то это
0,8 секунд. Или 0,7, или 0,8, точно не 0,9. Я думаю, что 0,8. Какой гаджет у Амбер? 19 вопрос. И это 100% лава. Здесь я уверен в своем ответе. У какого бравлера есть книга? Калет, Вольт Пэм. Ребята, у Калета книжечка, где она все собирает. У кого из персонажей урон зависит от дальности? Пайпер, ну тут серьезно, это, блин. Это любой знает, какой вышел первым хроматический бравлер. Генерал Гаус, Гейл и Вольт. Конечно же, Гейл, ребята. Первый хроматический, первый бравл пасс, это был Гейл, ребята. Это базар Тары. Сколько бравлеров эпической редкости? Просто 7. Просто, вот проще некуда, 7 бравлеров. Кто в своих репликах ссылается на других бравлеров? Бо, Джесси и Гейл. Если не ошибаюсь, это Леон и Гейл. Здесь Леона нет, поэтому это Гейл, ребята. Это максимально простой ответ. Ну, по крайней мере, для меня, потому что я знаю. Оружие какого бравлера похоже на старые пистолеты с кремниевым механизмом? Дэрил, Рика или Пенни? У Рика пистолет с пульбашками какими-то. Пенни, Мортира, Дэрил. Естественно, Дэрил. Вот, Дэрил. Или Пенни, подожди. Или Дэрил, или Пенни. Я не помню, серьезно. Я думаю, что Дэрил. Ладно, ребят, не бросайтесь с помидорами. Я думаю, что Дэрил. Сколько бравлеров было в игре в момент анонса? 10, 15, 20. Но я не думаю, что было 10. Это слишком мало. 15 или 20. Ребят, честно, не знаю. Не буду гуглить, пускай будет 15. У какого бравлера атака картечь? Ребята, конечно, Шелли, ребят. Какие бравлеры показывают лайк? Я знаю точно Ворон и... А да, Рика и Ворон. Все, здесь уже все понятно. Какое расширение экрана игры было в 2017 году? Вертикальная. Вертикальная игра была раньше. Какой бравлер получил силу от упавшего метеора? Эль Прима, Барли, Генерал Гавс? Генерал Гавс... Нет. Пускай будет Эль Прима. Наверное, ему привалило на голову метеорит. Там он стал сильный, просто невероятно. Джонс! Ладно, какой редкости был раньше Бо? Ребят, я про Бо очень много знаю. Смотрите, а сначала он был эпический, потом он стал сверхредким, а потом он стал на пути к славе. Поэтому если самое-самое-самое начально, это эпик. Сколько персонажей можно получить на пути к славе? Десяточку. У какого бравлера атака буря лома? Естественно, это Пэмка. Она просто весь мусор выстреливает. Скин какого бравлера вышел из-за сильных пожаров в австралийских лесах? Ребята, это Нита пожарная кала, ребят, конечно же. Сколько игроков участвует в одиночном столкновении? Вот это вопрос, вот это, конечно, 10, ребят, 10. Сколько максимально звезд может быть у бравлера награда за поимку? 7, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, ровненько 7. Сколько секунд длится инвиз Леона? 6, 10 или 8? Если мне память не ошибает, не изменяет, не важно. Важно, что 6. 6 секунд, ребят, это 100%. Сколько кинжалов кидает Ворон за один удар? 3. Это только 38-й вопрос, ребят. Еще очень много. С появлением какого бравлера появилась редкость мифический? Эль Прима, Тара, Кар. Я думаю, что Тара. Я уверен, что Тара даже. Сколько игроков участвовало в королевской битве? 10, 100%. Сколько звездных очков дают при получении 30-го ранга? Точно не 5 и не 5500. Естественно, 500, ребят. Здесь не 5000 и не 5500. 500 очков дается. Сколько уровней в Бравл Пасс? В первом Бравл Пассе было 60, сейчас всегда по 70. Здесь просто. Какой карты нет захват кристаллов? Капкан, жух-жух и пинбол. Пинбола, конечно, нет. Первый раз слышу о таком. Просто первый раз. При движении какого робота с колесами остаются следы от ног? 8 бит, Тик и Спраут. Подождите, роботы с колесами? У 8 бит нет колес, у Тика тоже. Естественно, остается здесь Спраут. Максимально простой. Чем изначально атаковал Леон? Желтыми палками, красными шарами, синими треугольниками. Я помню это время. Далекие года 2018 и синие треугольники, конечно же. За что можно получить скины Бравлина? За жетоны, кристаллы, монеты, за кристаллы, звездные очки и монеты. Конечно же, кристаллы, звездные очки и монеты. Сколько процентов дает усилитель Курону в режиме столкновения? А усилитель Курону 50%. Было раньше 100%. Потом поменяли, сделали 50. Когда вышел легендарка Леон? Декабрь 18, декабрь 19.
16 декабря 2017 года. Ну, я знаю, что он появился в 18-м, поэтому декабрь 18-го года. Какой максимальный ранг бравлера в игре? 35-й, естественно. У меня 25-й на аккаунте. А вообще 35-й. Нет, у меня есть там 28-й или 27-й. Неважно, ребят, 35-й. Какой боец Фрэнк? Эпический? Ребят, 50 вопросов. Ровно серединка. Какой редкости спайк? Че, ребят, пошли легкие вопросы, конечно, легендарный. Какой валютой прокачивали бравлеров в 2017 году? Гемы, золото, эликсир? Я не знаю, в чем подвох. Я честно не знаю, наверное, эликсир. Я не помню, сейчас, конечно, золото. Раньше, возможно, был эликсир. Я не помню, я тогда не играл, если честно. Я просто многое знаю, но не играл. У какого бравлера есть звездная сила, прощальный зал? Пенни, Пайпер, Пэм. Конечно же, Пенни. Конечно же, Пенни, ребят. Какая супер атака у мистера Пи? Взрыв вулкана, вынос бургером, служба доставки, естественно, какой вынос бургером. Вот это нормально. Это будет, ребята, третья пассивка в Бравл Старсе у мистера Пи. Вынос бургером, так и назовем. Какой бравлер по статистике с наименьшим количеством побед? Макс, Эль Прима и Пайпер? Я не знаю статистику. Пускай будет Эль Прима. Наверное, Эль Прима. Точно не Макс, вряд ли Пайпер, пускай Эль Прима. У какого бравлера на спине звезда? Ну, здесь Кольт, ребята, здесь сразу Кольт, понятно, всем ясно. 56-й вопрос. 56-й вопрос. Какой бравлер имеет мужские и женские скины? Бо, Эль Прима, Барли. Конечно же, Барли, ребята. Все вы знаете, Барли с юбкой бегает, там, фум-фум-фум. Какой уровень здоровья у Биби на первом уровне силы? Она очень толстая, это 4300. Это явно 4300. Какие три параметра прокачки были в 2017 году? Здоровье, урон, ульта, броня, ульта, здоровье, ульта, звездная сила, урон. Я думаю, что здоровье, урон, ульта. Здесь явно что-то какая-то странная штука. Ну ладно. Какому бравлеру разработчики дали фамилию Шотган? А вот это я не знаю. Спайк, Шелли, Брок. Но Шотган это явно Шелли, потому что у нее дробовик, Шотган. Ну я думаю, что точно Шелли. Какого из бравлеров озвучил Стивен Келли? Стивен Келли, кто? Роза, Вольт, Фрэнк? Ну, раз это мужик, это точно не Роза. Ну, пускай будет Вольт, я здесь не знаю. Здесь не знаю правильного вопроса, точнее, ответа, ребят. В запасе у какого робота один боеприпас? 8 бит, Карл, Спраут. 8 бит, 3, у Карла 1, Спраут. Что? Робота? Карл? Подожди, то есть они Карла считают за робота? Здесь, естественно, у Карла 1. То есть, если они Карла считают за робота, значит, там, где у нас было сколько роботов в игре, должно быть 12? Если Карл это тоже робот, ладно, ребят, потому что Спраут это растение, возможно, я ошибся. Итак, где мы остановились? Пускай будет 8, так и останется. Кто из бравлеров племянница Мортиса? Шелли, Нита, Эмс. Конечно же, Эмс, ребята, это все нежить. Сколько хп на 10-й силе у Спайка? Ребят, 3360, я знаю, это как ночь. Спросите, разбудите, я вам отвечу. В какой редкости? Редкости все бравлеры мужского рода. Мифические, хроматические, мужского, мифические точно нет, потому что там есть Макс, Тара. Хроматические, подожди, хроматические Калет. Нет, нет таких. Здесь ответ вот этот. За сколько кубков дают 8 бит? 6 тысяч, ребят. 6 тысяч, здесь просто гадалки не ходи. В каком году был глобальный релиз игры? 18-й. 18-й годик, ребят, у нас был глобальный релиз игры. Кто из бравлеров стоит в банде с Вороном Инбулом? Если я не ошибаюсь, это Биби. Да, конечно же, есть такой ответ. Прямо сейчас я уже вижу. Я уже вижу, Биби есть. Естественно, у нас когда выхло обновление с Биби, она состояла с ними в одной банде. Какое оружие у Фрэнка? Револьвер. Молот, естественно. Какой бравлер быстрее, Ворон или Биби? Биби равны? Не-не-не-не-не-не. Биби явно быстрее, причем без пассивки даже. Какой бравлер появился раньше на приватном сервере NUS Brawl Stars после на официальной платформе? Что? Эдгар, Нани, Амбер. Я ни разу там не был, но я знаю, что это была Нани. Я помню эти сливы, я видел их на ютубе. Да, это была явно Нани. Какой редкости
бравлеров не было до глобального релиза. Мифик, редкий, эпический. Я думаю, что мифик, потому что они появились позже. Кто из бравлеров имеет летние очки? Джесси, Роза, Джеки. Подожди, у Джеки такие красные очки защитные, у Джесси строительные очки, у Розы, ну, наверное, Роза. Кто самый востребованный легендарный боец? Конечно же, Леон, ребят, все хотят Леона. Ты у любого, вот берешь, на улице подходишь к любому школьнике. Какого ты хочешь бравлера? Ответ — Леон. Леон. Сколько скинов у Джеки? 2, 6, 4. А почему не 3? Подожди, у нее... А, ну если основной не скин, тогда 2. Тогда 2, да. А за какую валюту можно было покупать бравлера в 2017 году? Золото, гемы, дубликат, чипс? За какие еще чипсы? Ладно, здесь явно подвох, поставлю этот ответ. Единственный сменивший пол бравлер. Я знаю, это Пэм. Был совсем другой бравлер. Я эту историю знаю про Пэм, потом поменяли и сделали ее. Какой бравлер носит полосатый шар и сразу два удара? Но это Эдгар, это, блин, явно Эдгар, ребят. 78-й вопрос, я уже устал. Сколько нужно собрать кристаллов для победы в режиме захват кристаллов? Ну это, блин, просто 10. К какому типу бравлер относится Сэнди? Легендарный. Как зовут медведя Ниты? Брюс, Борис или Беня? Я, кстати, не знаю. Наверное, все-таки Брюс. Ну, Борис, игра-то все-таки не наша, поэтому пускай будет Брюс. Точно не Борис и не Беня. Я, кстати, не знал, что медведя Ниты зовут Брюс. Сейчас я понимаю, что все-таки его, скорее всего, на 99% зовут Брюс. Какой гаджет на Шелли? Лапа медведя, ловушка, конечно, перемотка. Это быстрое перемещение, перемоточка. Открытие скольки обычных ящиков заменяет открытие одного мегаящика? 10. Это я знаю. Какой режим вернули обновление 32-170? Это когда было? Перехват, захват кристаллов. Ну, наверное, кража подарков, потому что его возвращали в 32-е обновление. С ума сойти. Какое количество здоровья на 10 уровне у Фрэнка? Ну, точно не 12. Я думаю, что, наверное, 9600 или 8960. Подожди. С пассивкой 11000 она добавляет ему 9630, ребят, пускай будет, возможно, ошибаюсь. Сколько стоит скин Щелкунчик Гейл? Ну, ребят, это 100%, я знаю ответ, 149 гемов. Какое максимальное количество гемов выпадает из сундука? Ребят, из сундука уже год не выпадают гемы, но раньше было 33. Это я помню. Реально, год назад это убрали. Какой бравлер пускает сопли? Сэнди, естественно. Какой бравлер имеет на спине череп кота? Это Ворон. Это я знаю на 100%. Какой бравлер всегда с гитарой? Пока. 90 вопросов. Еще десяточку, ребят. Какого из бравлеров изначально звали Энни? Мортис, Джинни, Пенни. Я знаю эту историю. Это Пенни, потому что и по нику даже, по названию понятно. Единственный редкий бравлер женского пола. Ну, ребят, это Роза. Пэм, это Эпик, Джеки, это сверхредкий, Роза, это редкий. У какого бравлера изначально была пассивка похлопывание по спине? Вскоре ее убрали из-за бесполезности. Это Джин. Это Джин, это было так давно. Сколько нужно брать кубков, чтобы открыть Динамайка? 2000 кубков ровно, ребят. Кого из бравлеров не было в игре до глобального релиза? Кольт, Карл или Шелли? Шелли была, Кольт был, ну, я думаю, что Карла. Карла, естественно, не было, ребят. Когда в игру добавили Биби? Биби добавили, если мне не ошибаюсь, в прошлом году, в 2020 году, значит, подожди, или 2019. В каком году добавили Биби? Я думаю, что, подожди, в мае, пускай, не-не-не, 2020, в прошлом году добавили, точно. Или я ошибаюсь? Я просто уже забыл, прикиньте, 2019, ладно, давайте. В 2020-м, ребят, добавили ее. У кого из этих бравлеров самый большой урон? Барли, Динамайк, Тик. Мне кажется, что если все бомбы Тика взорвутся, то будет все-таки у него. Либо Динамайк, либо Тик. Но мне кажется, что все-таки у Тика. Кто из бравлеров изначально относился к группе эпических персонажей? Мистер Пи, Джин и Мортис. Я знаю историю Мортиса. Я знаю историю Мортиса, он был раньше эпиком. Кто из этих бравлеров самый медленный? Здесь просто 8 бит. И последний, сотый вопрос.
Какая компания разработала Brawl Stars? Rockstar Games, Ubisoft, Supercell. Ребят, Supercell, готовы? Результат. 100 вопросов. Самый сложный в мире тест. И 89%? 11% неправильных. Что? А где я ошибся? Ребят, поправьте меня, если я где-то ошибся. Почему? Почему я ошибся? Ладно, ребят. Сложный тест, 100 вопросов. Возможно, где-то неточности. Возможно, где-то я перемудрил. Но вы меня обязательно поправите. Ребят, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и самое главное, зайдите в магазин и введите код автора Робзи. Всем удачи, покедово!